И вы это сделаете? Я попытаюсь. Да, господин. Мистерий. Да, помните, вода должна быть не очень горячей, но и не очень холодной. Слушаю. Ах ты! Филия! Отец, сын, а мать? Мать здесь! Смешное дело, я вернулся один. Какая хорошенькая, это наша новая служаночка. Что? Да, первая. А новая служаночка. Кто? Мне рассказал о ней Псевдол. Псевдол. Да, Псевдол. Сын мой, мне больно видеть, что такой здоровый молодой человек целыми днями слоняется без дела. Псевдол. Отведи-ка Гера в баню. Молодец. В баню. А, господин, я встречу вас у входа в баню. Знаете, где они находятся? Возле гавани. Возле гавани. Я приготовлю вас. Конечно. До свидания, отец. До свидания. Да. Вот и прекрасно. Ани. Бани, а я в ванну. Вода как раз такая, как вы просили, господин. Еще одно, мистерий. Я хочу полностью переодеться. Принеси-ка мою новую тунику, ту, что с кисточками. Господин, но ее сперва надо ушить. Так ушей и принеси. Я спокойно. Я спокойно. Псевдол, как девушка, что с ней? Очень плохо. Улыбается. Теперь смеется. Я приготовил, если надо, две чумы. Она спасет ее, если уже не слишком поздно. Дай, дай ей надо. Конечно, дам. Псевдол, не покидай меня. Почему? Он идет. Ну, я знаю, что он идет. Псевдол, поговорите. А я, да, девушке с надобием. Вы не должны давать ей с надобием. Почему? Родите их чумой. Какие чумы? Да, спасибо. Я дам ей с надобием. Да. Скорее. Скорее. Псевдол, ну что? Что? Она звонит Эмерсу. Ой, господи. А говорю, вы знаете, откуда этих двух домов твой? Нет. Вот твой дом. А он нам поверит. Приведи сюда женщин. А я дам девушке с надобием. Скорее. Скорее. Псевдол, ну что? Ох, я должен что-то сделать. А мы не должны терять голову. Ох, не терять. Ой, господи, мы должны сохранять спокойствие. Все, приведи сюда куртизанок, а сам сиди и жди в своем доме. Скорее. Скорее. Псевдол, что?